бардовскую песню спою. Песню мы с Ниной сочинили лет, наверное, тоже около 30 назад. По найденному листочку, на улице нашли листочку со стихом, и не было автора написано, из журнала вырвано. И 30 лет мы искали автора. И вот года 4 назад нам нашли такие. Вот интернет – это великое дело. Автор этого текста – Михаил Окун. Вот есть такой поэт. Писали ему, спрашивали разрешение петь песню на его стихи, но пока что-то не удостоит у нас ответа. Деревянные дома, музыкальные шкатулки, скрипозвучный скрип и гулки, это музыка сама. Звуки музыки простой родились не с нами вместе, но, наверно, лет под сто, ну а дереву все 200. Скрыть.